Более 30 зареченских спортсменов приняли участие в первенстве Пензенской области по карате. В общей сложности воспитанники детско-юношеской спортивной школы завоевали на турнире 20 медалей. 4 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых. Особо отличились у нас это Сошникова Алина, 211 лет, до 30, плюс 36 килограмм. Карачаров Данила, 211 лет, это до 38 килограмм. И Степанов Тимофей, в 10-11 до 34 килограмм, занял первое место. И Егоров Роман, который занял тоже весовую категорию 42, плюс 38 килограмм, он занял тоже, но среди мальчиков 8-9 лет, скажем. И Рябов Андрей, так у нас хороший талантливый спортсмен, заболел, но все, нет, он в весовой категории до 42 килограмм, и занял тоже первое место. На турниры съехались 150 спортсменов со всех уголков Пензенской области. Лина Сошникова признается, что ей победа далась нелегко. В ее возрастной и весовой группе у нее была очень сильная соперница. У меня был один бой, потому что у меня в категории был только один человек. Поэтому у меня был один бой, и сразу я вышла в финал. И сначала я кинула ногой в голову, у меня получилось 3 балла мне дали. Потом я в живот кинула ногу, и у меня получилось 2 балла, и получается я выиграла 5-3. Данил Карачаров провел на областном первенстве несколько боев. По сумме набранных баллов он стал победителем турнира в своей группе. Бои были сложные, но в финале там было сложнее, чем первым, вторым и третьим. Я 4 боя провел всего. После областных соревнований воспитанники отделения карате детско-юношеской спортивной школы приступили к подготовке ко всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Пензе с 3 по 5 марта. Затем им предстоит выступить на турнире Приволжского федерального округа. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».